площадь сквера, в общем, я думаю, гораздо больше, но площадь нашей росписи, площадь нардов, порядка 350 метров. Новый паблик-арт-объект появится в сквере 60-летия города. К работе уже приступили петербургские художники. Работа над новым произведением должна занять от 10 до 14 дней. Альметьевские нарды – это название будущего объекта. Метафора на тему социальной дистанции. От Луны до звездочки 30 шагов. Это равно там, 2 метра, к примеру. Ну, грубо говоря, так. И можно будет получить физический опыт, как раз перемещаясь по площадке, понимая, что такое действительно дистанция между людьми на практике. Сейчас творцы заняты подготовкой к будущей работе. Поверхность нужно загрунтовать, а потом нанести первый слой краски, на который лягут все остальные. Кроме того, что в работе будет отыграна популярная игра, это своего рода первое горизонтальное произведение в проекте. Все остальные отображены на фасадах зданий. Ставка на то, что жители двора смогут смотреть на нарды из окон своих домов. Ой, ну классно, вы что, наконец-то. Конечно, хорошо. В Петербурге, ну это вообще классно, наши будут учиться. Среди настенных произведений общедоступного искусства появится и произведение напольное. Безопасное в любое время года, нанесенное специальной краской, чтобы российскими снежными зимами не создавать лишнего дискомфорта горожанам. Открыть новый объект планируют 4 октября. Не просто перерезав ленточку, а подарив жителям двора, да и всем горожанам, танцевальную постановку с участием известного танцора Нурбека Батулы. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.